прошлом году в российские суды поступило почти 60 тысяч дел на пьяных водителей, которые сели за руль без прав. В этом факте депутаты Госдумы видят полное неуважение к наложенным запретам и публичную демонстрацию такого отношения. Решено бороться с этим с помощью радикального ужесточения наказания. Тема опасного вождения – это, наверное, одна из самых значимых общественных тем, которая не единожды вызывала справедливое возмущение у общества. Почему? К тем, кто ведет себя совершенно по-хамски на дорогах, создает угрозу жизни и безопасности других людей, многократно наказываясь штрафом, пренебрегая требованиям закона, продолжает вновь и вновь нарушать правила дорожного движения. И в конечном счете только страшная трагедия останавливала этих лихачей на дороге. Новый законопроект предполагает за повторное управление машиной без прав наказывать штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или общественными работами. А вот если поймают в течение года в третий раз, то это может грозить годом лишения свободы и конфискации автомобиля. Введение ужесточения в раз в несколько лет каких-то какой-то ответственности за нарушение ПДД, она играет небольшую роль, а именно там идет в нескольких процентов от 3 до 5. И эти 3% или 5, они идут как и в положительные результаты, а в иные года и не в отрицательные результаты. Поэтому все вот эти ужесточения в правильном направлении ли двигаются по применению данных норм. Конфискация автомобиля – еще одна новая для российского законодательства мера наказания. Предлагается лишать машины, если за рулем был владелец транспортного средства. Правда, автоюристы предупреждают, что злостные нарушители ПДД могут и тут найти лазейки. Заведомо человек понимает, что если я нарушу, я наказание исполнять не буду. Поэтому вот эти вот нововведения, они как-то должны быть отражены именно на психологическом уровне самого нарушителя. Ввиду того, что он должен понимать, если он совершит правонарушение, нарушит закон, он в любом случае понесет за него ответственность. И ответственность не только на бумажном носителе, а именно она будет в действительности. Сейчас в российском законодательстве нет такого понятия, как многократное нарушение правил ПДД. Новый законопроект исправит это недопущение. Надо просто пресекать безобразия, которые творятся на дороге. Когда сотрудники ГИБДД раз за разом задерживают людей за грубейшее нарушение правил дорожного движения, а иногда даже за ДТП с причинением вреда здоровью, либо со смертельным исходом, а у этого господина, оказывается, и прав-то уже не было. Он не имеет права садиться за руль, а из него как с гуся вода. В этой связи вносится ужесточение наказания до 15 лет. Речь идет о наказании за нарушения, предусмотренные 264-й статьей Уголовного кодекса, 2, 4 и 6 частями. Это причинение по неосторожности, тяжкого вреда здоровью, смерти человека, двух и более лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Евгений Волков, Павел Толобаев, «Наши новости».